Dado79 представляет. По мнению российского эксперта, армянские лоббисты в России предлагают пересмотреть подходы Москвы к вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе. Как передает Азия Ас, политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «Москва-Баку» прокомментировал сегодняшнюю риторику армянской стороны. «Думаю, впереди нас ждут провокации со стороны Армении. А пока оппозиция пытается подпиливать ножки трона Пашиняна, чтобы его свалить и дальше дезавуировать принятые на себя обязательства Еревана по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы видим активную деятельность, очень резкую активизацию армянских лоббистов в России, которые в новых геополитических реалиях предлагают пересмотреть прежние подходы Москвы к вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе. Армянские лоббисты активны, когда международная военно-политическая ситуация ухудшается. Наблюдается турбулентность, пытаются ловить рыбку в мутной воде. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.